Друзья, привет всем! Сегодня я продолжу развивать тему заработка. Будем говорить о том, как зарабатывать большие деньги, и именно большие деньги. Так что это видео не для всех, а для тех, кто хочет зарабатывать только большие деньги. И не говорите мне, что вот, мол, все хотят зарабатывать большие деньги, не все. Есть люди, которым и так хорошо, им не нужен вот этот вот весь стресс, они не хотят там управлять компаниями, им и так нормально, они хотят хорошо, спокойно жить и там раз в году где-то отдыхать. Все, да, есть такие люди, для которых этого достаточно. Но мы сегодня будем говорить, как зарабатывать большие деньги. Итак, вы знаете, чтобы зарабатывать большие деньги, нужно два ключа. Первый ключ – это любимое дело, и второй ключ – это ценность. И вот здесь люди не совсем меня понимают, они думают, что ценность – это что-то хорошее. Нет, ребята, можно делать дичь и тоже зарабатывать большие деньги. Я сегодня поговорю о ценности под другим углом. Как говорит Роберт Киосаки, чтобы много зарабатывать, нужно много создавать и много отдавать. То есть ценность – это создание, это отдача. Чем больше вы отдаете, чем больше вы создаете, тем больше вы будете зарабатывать. Как говорил Киосаки, бедные люди ничего не создают. Бедные люди очень мало отдают, очень мало создают и хотят иметь много денег. То есть, чтобы зарабатывать большие деньги, вы должны осознать вот эту вот мысль. Вы должны много отдавать и много создавать. В видео с Киосаки я эту ситуацию объяснил, потому что я даже читал комментарии, и люди пишут, как это мы ничего не создаем, я работаю сутками, я вкалываю, я создаю продукты для таких богачей, как вы. Да, я уже говорил, вот работник на заводе создает 50 стульев в сутки. Он создает, да? Он создает, да, он создает полезный продукт, он создает стулья. Но этого недостаточно, да? Владелец завода дает работу тысячам таких сотрудников. Вот что создает владелец. Он создает рабочие места. Тысячам таких сотрудников он дает рабочие места, и его компания в день делает 50 тысяч стульев. Вот это огромная ценность. Поэтому владелец завода миллионер. Он создает огромную ценность. А бедные люди создают очень маленькую ценность. Ценность – это создание массового продукта. Это отдача, да? Потому что есть рэперы, есть музыкальные исполнители, у которых ценность нулевая. Не ценность, а польза, да? Они поют про наркотики, про шлюх, но это хавают люди. Этих людей слушают миллионы. И этот человек будет популярным, этот человек будет очень много зарабатывать. Почему? Потому что он много отдает. Он отдает, и это слушают все. Да, он нашел свою аудиторию, там всякие школьники, малолетки, вот. И его очень много людей слушает, очень много. Он собирает стадионы, понимаете? Пользы там никакой, наоборот, да. Общество деградирует, слушая такие песни. Но он будет много зарабатывать, потому что он создает продукт, который расходится на массы. Вот что важно. Только так можно зарабатывать большие деньги, именно большие деньги. Я хочу, чтобы вы это осознали. Взять, к примеру, меня. Какой я создаю массовый продукт? Какая у меня ценность? Что я отдаю? Я создаю контент. Я создаю полезный контент, который меняет жизни людей. Мой контент тоже смотрят миллионы. Но не так много, да, как слушают какого-то там говнорэпера, понимаете? У меня аудитория намного меньше, поэтому я буду меньше зарабатывать, чем тот рэпер. Конечно же, есть большая разница в качестве аудитории, но сейчас не об этом. Итак, что я создаю? Я создаю полезный контент, который смотрят люди. Чем больше людей меня смотрит, тем больше я зарабатываю. Что еще я создаю? Я создаю рабочие места. У меня есть бизнес, я даю работу людям. Я создаю рабочие места, вот почему я богат. Что еще я создаю? Я создаю не только рабочие места, я создаю жилые места, можно сказать. Я сдаю квартиры в аренду людям, и люди платят мне деньги, поэтому я много зарабатываю, да? Я много создаю, много отдаю, также я жертвую на благотворительность, поэтому я миллионер, поэтому я много зарабатываю. Чтобы много зарабатывать, вам нужно очень много отдавать. И понятно, что если вы будете работать обычным, да, обычным наемным сотрудником, ну, возьмем, к примеру, охранник в супермаркете, какая там ценность? Нулевая. Какую несет ценность охранник в супермаркете? Да, он следит за порядком. Но кто из людей, из миллионов людей воспользовался его услугами? Я не говорю об услугах. Подскажите, пожалуйста, а в каком ряду можно найти масло? Да, за таким я обращался к охраннику, понимаете? Но больше я к нему не обращался. Он просто стоит, он просто ходит. Ценность нулевая.
Поэтому он мало будет зарабатывать. Но это же понятно. Вы должны понять это, ребята. Только если вы будете очень много создавать, выпускать массовый продукт, которым будут пользоваться люди, именно пользоваться. И не обязательно в нашем мире этот продукт должен быть полезным, но если будут этим продуктом пользоваться миллионы людей, вы будете очень много зарабатывать. Также люди должны о вас знать. Рассмотрим пример с лесником. Вот есть лесник, он мало зарабатывает. Он там охраняет лес, следит за порядком, понятное дело, он мало зарабатывает, ценность нулевая. Да, он сохраняет лес, он там сохраняет природу, он там следит, но людям на это пофиг. Он большой пользы не приносит, поэтому он очень мало зарабатывает. И вот, представьте, в лесу пожар, и этот пожар там распространяется, идет к поселку, и этот лесник там что-то придумал и спас поселок, да? Не дал огню распространиться, спас поселок. Если об этом леснике никто не узнает, людям также будет пофиг, понимаете? Пользу он не принес людям. Да, он спас их от возможной там катастрофы. Мог сгореть весь поселок. Но люди этого не узнают, понимаете? Но если этот лесник попадет в новости, если он об этом расскажет, если новости это все разнесут и покажут, вот, смотрите, он предотвратил там катастрофу. И вот тогда он заработает очень много денег, его будут приглашать на всякие передачи. Люди с поселка, к примеру, могут скинуться там на машину ему и отблагодарить так его, понимаете? И вот тогда он будет много зарабатывать. О нем все узнали, и он реально сделал полезное дело, да? Для тысяч людей, потому что он спас поселок от катастрофы, понимаете? И может даже сам президент приедет к этому человеку, его там наградят медалью, он станет человеком года, да? Ему дадут какой-то там гонорар, понимаете? Потому что он принес пользу тысячам людей в этом поселке. Он их спас, об этом узнали. И он заработает много на этом денег. Потом он заводит свой YouTube-канал, рассказывает эту историю, его там опять начинают приглашать, людям интересно это смотреть, он начинает там что-то рекламировать у себя на канале, снимает природу, все, лесник, блин, миллионер. Также и дворник может стать миллионером, понимаете? Если вы найдете, как создать ценность, если вы найдете, как сделать так, чтобы ваш продукт расходился на массы, но лучше, конечно же, делать полезный продукт. Как это делаю я? Друзья, на этом все. Буду с вами прощаться по поводу моих видео. Смотрите, ролики на канале теперь будут выходить реже. Я хочу делать реально качественный контент, прям видео там по часу. Классные прям видео, да? Потому что вот этот формат, видите, он приелся, да? Вот эти вот маленькие ролики там на 10-15 минут, он уже приелся. Я понимаю, что я вещаю для своей аудитории, для узкой аудитории, которым нравятся вот такие вот видео. Такие видео тоже будут, но они будут выходить реже. Я прям буду собирать крутую инфу, читать ваши комментарии. То есть пишите всегда комментарии, я хочу смотреть, что вам интересно, какие темы обсуждать, на что давать упор. Вы знаете, что все я рассказываю на своем примере. Мне не задавайте какие-то там дурацкие вопросы, в которых я не специалист. Задавайте вот вопросы по финансам, по личностному росту, по каким-то темам, в которых я разбираюсь, через которые я прошел и которые помогли мне достичь успеха. Пожалуйста, задавайте эти вопросы в комментарии, и потихоньку мы будем переходить на новый уровень, создавать качественные ролики по финансам, прям переводить крутейшие интервью, создавать качественные ролики по саморазвитию, потому что в интернете столько крутого контента, но он недоступен для вот нашей русскоязычной аудитории. На заграничном ютубе столько крутой инфы, столько крутых интервью с миллиардерами, каждый день выходят там крутейшие интервью с самыми топовыми, блин, людьми мира. И вот я хочу, чтобы вот такой вот контент уже был у нас, да, более серьезный, более профессиональный и интересный. Еще были вопросы по моему курсу, по финансам. Ребята, курс уже полностью готов. Вот курс по инвестициям, курс по моему капиталу уже полностью готов. Осталось уладить дела вот в моей компании, подключить туда вот платежи и все.
И вот через, не знаю, недельку, я думаю, курс я уже выпущу. Не забудьте подписываться на канал по финансам. Там я буду давать прогнозы, там я буду говорить об инвестициях, там я буду показывать, на чем я зарабатываю, куда я инвестирую, что я делаю, какие там у меня акции. Там я буду обо всем показывать, все я буду там рассказывать. Сейчас просто такая ситуация неопределенная. Затишье вот перед бурей. Жесткий кризис прям еще не начался. Поэтому я активных действий пока не предпринимаю. Все, друзья, прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал InStarding. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайтесь на все мои полезные проекты. Все ссылочки в описании, все каналы в описании, Инста в описании, Телеграм в описании. Все будет в описании. Не ведитесь на фейков, не ведитесь на мошенников. Все оригинальное у меня только в описании. Повторяю, все остальное везде развод. Потому что на моем имени сейчас так хайпят, так разводят людей на деньги. Не скидывайте никому деньги. Не скидывайте никому деньги. Я ни у кого не прошу денег. Я миллионер. Нахрена мне у вас просить деньги? Понимаете? Не ведитесь на весь, блин, развод. У меня все оригинальные страницы только в описании. Все остальное это развод. Предупреждаю. Любой может создать страницу с моим именем и разводить людей. Не ведитесь. Если это видео было полезным, поделитесь им с друзьями и обязательно, обязательно, обязательно поставьте ему лайк. Желаю всем больших денег. Не всем, а тем, кто действительно хочет этого. Пока.